ох уж этот ваш, блядь, Новый год, ебаный. Это с чем-то может быть связано? Это никак ни с чем не ебать, связано. Ебать, а я куда? Ебать, а я куда нахуй? Это чё за хуйня? А ты... А у нас на экране-то вверху тут. А я куда-то, в общем, собрался. Слушай, ты, по-моему, в корабле пробурить решил какие-то новые туннели. А чё это за хуйня, парни? Чё ты спалил? Парни! Меня просто крутит нахуй жестко. Мы точно то пиво попили? О! Так нет, это потому что я escape нажимаю. Так, ну, до свидания, что ж, хочу вам сказать, господа. Скельги дособрали вчера? Да. Геральт из Риви, подойдите, прошу вас. Сейчас подойду. Сейчас подойду, ожидайте. У меня тут это, дельце просто небольшое. Померяйся силами с местными игроками. Верни недостающие карты. Заодно и потренируешься перед турниром. Все уже сделано. Мне уже хватит карт, чтобы сыграть за Скеллиги на турнире. Позволишь взглянуть? Да, верно. Ну, приглашаю через 2 дня, тогда и начнем. Что ж, чат, на этом стрим заканчиваю. Подрубка через 2 дня. До свидания. Чат, всем привет, добрый вечер. Как себя чувствуете, как дела? Мороженку будешь? Прошу, не, не буду, я только что газировку купил. Холод. Да, сразу играть холод. Блять, ты очень умный. Как выйти из игрового кризиса? Хочется поиграть, но когда садишься за комп, ступор и не знаешь во что. Ни во что, офай нахуй. И занимайся другими интересующими тебя делами. Бля, без шпионов игра даже кажется честной. Не знаю, что меня заставило играть с тобой на меч. Видно, наш бог не хранит меня. Ебать за лупом меч, даже визуально. А Геральт из Ривии победил Хамаля, Альденбали и Зафира. В полуфинале Геральт померится силами с обладателем титула шейха, победил какого-то фон Хином. Так, ну пока нормально, что играем. Вот сейчас будет глиномесиво, блять. Чистой воды нахуй. Ну хоть шпиончик пришел. Бля, воительницы. Сколько будет дэмэджа у воительниц? Началось, блять. Бля, пусть сыграет казнь. Бля, вот что триггернет его сыграть казнь 100%? Ольгерт или Олаф? Вот Олаф 100%, что такое? Бля, пиздец, казнь. Играй казнь. Хорош, блядь. Ну чё, готовь очко нахуй. Подожди, может же быть вторая казнь, правильно? Wait a second. Может же быть вторая казнь? Да не, я не верю нахуй. Да камон, блядь, какая нахуй вторая казнь? Вот вы верите, я не верю, блядь. Да ну брось, блядь, ты шо? Да не, блядь. Бля, вот чё он меня спиздил? Что он меня спиздил? Олафа? Бля, Керис супер мощная карта. Но можно жидко обосраться, если у врага до хера. Ебать, я чё заметил? Чёт, ебать, пугью. Вы видите этот прикол? Все 3 карточки воительниц формируют единый арт. Нихуя. Бля, вот такие мелочи, они очень приятные. Блять, какая... Какая же легендарная игра, Ведьмак, это просто пиздец. Вот я сейчас думаю, отдать ему... Вот, отдать ему сейчас шпиона или подзатянуть ливнем.
Давай подзатянем немножко. Ну теперь точно надо играть. Надо сейвить мглу вообще до талого. Геральт приехал. Тянем, потянем. Ах ты ебаная падла нахуй. И он сейчас этим шпионом достанет казнь, да? Играем умом. Засейвился казнь, блядь! Хорошо, блядь! Было взаимным, поверьте мне. Поздравляю, ведьмак. Хватит позорить гвинт! Чё, пошёл нахуй. Новые масти! Кажется, у нас неприятности. Пошли вон отсюда! Ноги в руки! И бегом на Скеллиге хлебать суп тюленей! Прошу держать себя в руках и выражаться прилично. Пёс бы тебя выражал, манье! Руки прочь от гвинта! Может, вместо того, чтобы угрожать и драть глотки, скажете, чего вам надо? Мы уж говорили и не раз. Да только никто нас не выслушал. Я выслушаю. Гвинт — древняя игра. Ее правилам много веков. Вот именно. Они отражали природный порядок вещей. Мастей должно быть 4. Это природное число. Мы не согласны на новые масти. Это плевок в лицо традиции. Да, руки прочь от гвинта. Хватит! Мы тут не беседовать пришли, а морды бить за наши традиционные ценности. Навались, мужики! Еще я тебе засажу! Вот стерва! Что-то, ебать, распались гномики. Ну, хоть остыли немного. Сука, у меня в глазах троица и четверица. С меня довольно, я вызываю гвардейцев. Спокойно, граф. Протестуйте, машите кулаками, возмущайтесь. Только перемен вы все равно не остановите. Если вам не нравятся новые правила, играйте по-своему. Но не запрещайте другим играть, как им нравится. Не тренди! Как говорит мой приятель Золтан Хивай, если кто один говорит, что ты трендишь, он может и ошибается. А если много человек говорят, что ты трендишь, значит ты и правда трендишь. Так что, кто еще считает, что я не прав? Золтан Хивай! А как его дела? 100 лет его не видел. У Золтана все в порядке. Хуя качаешься? Внимание! Так это не качаешься, это так. Меняется. Идем пить водку. Кач будет завтра жесткий, блядь. И в предварительном финале... Пошел в качалку, Чедвайн 2.0. Граф, ну, Манье, я ради этого не буду офать нахуй на год. Или насколько он там офнул. Мастью. Пошла распиздовочка корабельная. Ебать ты, долбоёб. Блять. Сука. На чё разводил, блять? Развод ради развода, блядь. Блядь, у него же... Да я забыл, что там надо, чтобы лайн 10 дэмэджа был. Так а чё, я только вилен там сейчас смогу играться. Блядь, поиграл нахуй, проверяй. Чел с двумя казнями играет и с вилен там нахуй. Вот и думайте. Что ж. А как этим играть? Ладно. Нормально, блядь. ГГ изи нахуй. Поздравляю. Победил сильнейший и с лучшей колодой. Спасибо за игру. Хуй там выиграла, ваша скеллиги. Турнир не окончен. Сейчас моя очередь. Как мы и договаривались. Пусть наш спор завершится здесь и сейчас. Нас ждет большой финал.
Геральт из Ривии, играющий мастью Скеллиге, сойдется с Яги Рафибергом с колодой... Нильфгард! А, ты идешь и нахуй! Победит сильнейший! Отдыхаешь а нахуй. Со своими скоятаелями, блядь. Опа! Так-так-так. Так-так-так, блядь. Так-так-так. А качо, все, все остальное нам надо. Мглу, ливень нам надо. Казинь ноль? Ты че? Ты че, ёбнутый? Ну все, давай тогда играй вот этой колодой. Давай, приятной игры. Ага. Ага. Все, карты закончились. Чел сидит с тремя казнями, блядь. С тремя казнями чел сидит, блядь. Пошел нахуй. Дьявол! Больше всего меня бесит, что выиграла эта долбаная Скеллиге. Но как говорится, что поделаешь, поздравляю. Ай да, мужики, пойдем выпьем. Нет и нет, это я приглашаю и всем ставлю выпивку. Надо отметить победу новой масти. А если кому охота сыграть пару партий в гвинт, не вижу препятствий. Я тоже не вижу препятствий. Большое спасибо, граф. Еще раз спасибо, что нашел возможность... Нормально, блядь. Надеюсь, мы еще встретимся. Кто знает. Прощай. Здорово, Серый. Меня вообще Жень зовут. Ну ладно, для тебя, блядь, для Сережи я могу быть. Было вызывать. Все, пиздец, гвинт пройден. Вы, уважаемые, держите себя в руках. Вы, уважаемые, в Боклере. Вы, уважаемые, уважаемых. Вопрос есть такой, вот, ведьмаки есть в чате? А у Велохвоста может оказаться внутри желудок куролиска. Ну, чисто случайно, ебать. Прочитать дневник заключенного. Блять, сейчас. Блядь. Записка мусор. Какой провайдер в МСК норм? msk.ukas.internet.работает.ru. Вау. Ты знаешь, сколько провайдеров в Москве? Лучше не чекай список. Там охуеть плюс посидеть можно, блять. Вау. Сет Мантикора, он же типа, как правильно сказать, стендалон сет. Тут ты типа его крафтишь сразу гроссмейстерский, да, вот это вот. Помни об умеренности во всем, и в еде, и в питье. Блять, ну это не про меня. И в плоских утехах, ибо тот, кто злоупотребит радостями этими, проснется наутро с великой головной болью и вялым членом. Ауф. Мудрость хочешь, зачитаю? Точно? Следующая мудрость. Тут какой-то зал ауфов, Таня. Не делай ближнему того, чего себе не желаешь, если только ближний не причинил тебе чрезвычайного ущерба, и если не изобиловали кого, изобиловали подлостью деньги его. Понятно? Это же к жопному сексу тоже относится? Не было у нас такого никогда. Ладно, было. Ну, давайте, чё, какая разница? Малина, какие-то дерьма. Всегда говори правду, кроме тех случаев, когда правду говорить вредно. Вот тогда можешь врать. Ауф, блядь, плюс Дариме, плюс, блядь, пиздец, ебашишь нахуй. Базу базированную. Так, ну, на записочках там неинтересно, блядь. Дай полутать. Воистину убогого подаянием поддержи. Но вместо того, чтобы дать убогому целый арбуз, дай ему пол арбуза. Иначе убогий может свихнуться от счастья. Ау, блядь, тоже пиздец, я тебе говорю. Ебашишь нахуй, ты, блядь, кто? Стэтхэм, пиздец. Ауф за уфом. Просто...
Го, что-нибудь похаваем, посмотрим. Есть на ночь вредно. Ты из тех людей, которые вот, типа, после шести кушать вредно, да? Вот это, ты вот это, да? Блять, а что если встал в пять? Ну, в пять вечера встал, вот у тебя, не знаю, например, ты ночью работаешь, проснулся в шесть. Че? Все, не, ну, типа, проснулся в пять, все, не ешь весь день. Новое DLC Калиста Протокол. Боже, да это смотрим просто Black of War. На самом деле, вы знаете, если просто молотом драться здорово, то вот это вот битье по полу... Пятик, бля, ну я должен вам показать. Так, пошли с той стороны, тоже сделаем того же. Чтобы не разлить. Оп, грибной супчик, видите? Игра душная просто. Ебать. Душная, а игра классная. Он настолько вкусный, что даже ничего не надо добавлять. Ни мазик, ни сметану, ничего. А ГГ тут также безумно озирается, она такая ходит. Че, он все еще проходит момент? Делать кулдаун. Прошел, мега хорош. Когда будут извинения от модераторского состава? Я чисто сердечно и всецело извиняюсь от лица всех модерастеров за то, что мы дышим. Вот, извините, чат. Надеюсь, никто не ущемился. Не верю. Бля буду. А, не, ну если бля будешь, то конечно, да. Зуб даешь? Ну только если пол зуба. Мне как раз просто выдернуть надо. Один зуб сломался напополам, а мне все впадло. О, это ж пак чампи с сумки, yes. Такие чисто два больших кошелька. Банку Вольта я вот в этой части экрана на часок. Возможность предоставляет вам разными вкусами база. Он же по вкусу, но без сахара. Рекомендованная цена в банках 450 мл. Остерегайтесь подделок энерговух. Вчера или позавчера, особенно когда просыпаешься, баночку выпил и сразу жить охота. Обошел на районе 7 пятерок, 3 красно-белых магазов. Нашел полное нихуя. Увы. Ну как-нибудь будешь в гостях, я тебя угощу. У меня 5 коробок разных вкусов. Все будет. Ой, блядь. Сколько хаосов за банку? Ой, бля, осуждаю МРТ, бля. Святое озеро. А чё, нельзя нырнуть в него? Чел не ныряет. Это баг? О, а тут, походу, можно нормально, да, полутаться? Ну все, чат. Стрим облутывания озера. Ага, так не видно, да, эти... Мелочевку не видно вообще. Профессиональный дайвер. Оно, походу, все возле квестовой залупы сконцентрировано. Погружение успешно. Главное не использовать пад Logitech, правильно? Вообще? Вообще? А, не, кого, блядь, там хуярились с этим, да? Что ты переживаешь? О, сейчас краста будет, чат. Котики, готовьте. Jesus Christ. Красота-то какая, ебать. Потенциально гвинт плеер. Такой большой животик. Жрет дохуя твоя мама, походу. Попробуй ей сказать как-нибудь. Если... Ты когда, блядь, на жрать перестанешь? Yep. Минус гвинт. Будь здоров. А тут тоже вопросики есть. Мы так на концерт Киркорова ходили, теперь тебя смотреть можно. Вот мне вон туда... 50 метров буквально. А навигатор вообще, блядь, бухой. Немножечко высоковато. Ебать, ты куда? Ты куда? Не, компик холодный. Игра в Ведьмак 3 прекратила работу, блядь. Увы, нахуй. Увы и ах. Вот зараза, отправьте нам этот анонимный отчет. Об ошибке помогите с ней справиться. Ну ладно, отправим. Вот зараза. Столько шильдиков было, всем селом нахуй Ведьмак делали. Хорош. Вот открытие, похоже, он не сорвили. Один элемент это слишком мало. Вот это не мог подумать. Так, не понял. Какой-то обман произошел.
не останавливайся. То, что у тебя пошла кровь, тебя не извиняет. Всего-то 50 отжиманий. А почему вы говорите, школа волка хуета? Топовый сет на дот билды. Есть только одна проблема, где взять рубашку нахуй. Ты на озеро ходил? Ходил. И как вода? Ну бля, холодненькая. Добрый вечер, всем здравствуйте. За билет передал жене, Рафаэлке купил. А очередь донить Ламычу. Мега хорош. Можно один билетик нахуй, пожалуйста. Я никого никогда нахуй не посылаю. Я максимально доброжелательный человек. Че мне как ебанькова так со светильником ходить? Ведьмак обычно сражается. Этот запах мутагена. Банка, все, хорош чат. Хоба. Оба. Стримчик продлен на час. Вообще, Кайр Морхен довольно большая локация, если бы не вот эти горы. О, вопросик, нажал на вопросик, тебе начали рассказывать начало квеста, а потом ты съебал там, не знаю, гвинт играть. Ну, спрятан ловко, конечно. Привет, какой макс левел? Не знаю, но думаю, 50-й максимальный левел. Обсудим бабестус. Я могу этим заняться, но не бесплатно. Нихуя, блядь, с тебя можно нормально попросить. Да ладно, давай 900, хулича. Ты... Ну, два царика. А давай три восьмерочки оформим. Ты... Ну ты, сука, с... Я заела нахуй или чё? Не мог бы немного... Все, ладно, вот, и... вот такую ты просто... Вот такую ты просто... Обязан Звучит принять. Разумно. Чего подглядываешь, блядь? Ебаться хочешь? Сейчас, блядь. Как ты относишься к мятежу Дикстры против Родовида? Блядь. Это ты спроецировал сейчас? Или чё, блядь? Ну это ловко ты, блядь. Ну он вот так вот согласился. Винодельня Короната — это винодельня девушки. А это архи-мега-гига-спора. Здорово, Бугимен. Ебать бы как красиво. Вообще, честно говоря, вообще вот если честно говорить, говоря, если вот говорить... Честно, да? Если честно говорить, рассказывать, если вот, ну, если честно вот, то, блядь, то ебать, блядь, то, блядь, ебать, блядь. Мне покоя не дает этот ебучий сет Волка. Додрочу его. Присел. Хоба, проходочку записал на таймлапс Тусента Хоба. Все, пиздец, на YouTube выложил. На YouTube выложил, охуел. Дюна 3 какая-то, только с травой. Ой, ля, как красиво. Jesus Christ, какая красота. Ёб твою мать. А какая же прикольная травка. Помогите! Здорово, мужики. Ебать, такой рыб. Чисто серьезный, блядь. Я собирала. Быстрее. Быстрее. Ну нахуй, разлетела. Разлетелась кабина, а этот лежит, ебать, кайфует. Нихуя себе, парни, блядь. Пара-па-пара-па-па-пам. Не ожидали такого поворота? Мы пришли на дяды, нахуй. Почему у меня ошибка 3000 выглядывает, когда банка прокает у тебя? Комп говно, получается. Так бывает. У меня тоже комп говно. Кто-нибудь скажет ему, что клавишей пробел можно залутать сразу все предметы из суедука? Блять, я не хочу лутать с индука. Нормальный парень, блять, контент делает интересный. Толба тут, конечно же, нету, да? Стример играет не так, как я хочу. Блять, стримак, ты кого развлекаешь? Себя, или меня, или нас, или тебя, или кого? Алло, меня развлекай, блять, я здесь, нахуй, на стриме, блять. Наслаждаюсь фри-интертейментом, нахуй. Пизжу Wi-Fi у соседа с ворованного ноута, нахуй. Сижу на бесплатном стриме, нахуй. Откуда он знает? Жиза просто. А ты хотел сам получать удовольствие? Ну да, было бы неплохо. Это Next Gen.
Нет, это паст-паст-ген. Ах, как же хочется мне посоветовать. На самом деле, желание советовать – это очень важный эволюционный навык выживания, уникальный для человека. Если бы люди не передавали друг другу опыт, то вымерли бы из-за своей ущербности как вида. Шансов было бы меньше, чем у динозавров, потому что желание советовать у нас на подкорке мозга, где-то рядом с другими инстинктами типа самосохранения и сексуального влечения. Что ж, отныне получается, мы не будем никого банить за советы, правильно? Ну давай, напиши, что в трюме корабля напиши. Я знаю, тебе, блядь, не терпится. Чё, вы когда-нибудь мечтали спуститься на глубину в мини-подлодке? Нормальная тема, говорят, интересная. Я когда на 15 метров погружался, чуть не охуел. То есть до этого у тебя хуя не было, да? Красивый какой, красненький. Вы разблокировали разблокирование. Всю жизнь заказывал пиццу из одного места, узнал от тебя, Додо, это просто разъеб. Базаришь. Ой, блядь, жрут. Доигрался, я теперь место на диске чищу, чтобы дерьмака ебаного скачать. Прощай, Дота. Миеро Затуп. Это певец какой-то испанский. Ведьмачьи уроки скалолазания прошли не зря. Сейчас будет шоу-кейс визуала брони волка, начиная с самого первого левела, заканчивая гроссмейстером. У меня 25 тысяч голды, нахуй. О! Хе-хе-хе-хе. Поймал. Блять, я попал в ловушку. Просто нахуй зависло, но не зависло. Что за говнофакел? Доставай элитную лампу, блядь. А ты бить будешь? Здесь почит наш отец, он погиб, чтобы другие могли жить. Бля, хорош реально. А пробовал пожить? Сначала пойдем к нашей скеликской подруге. Как-то вот так. Ну это первый левел самый. Айтем левел предмета 14-й вообще, блядь. Чисто такой пожилой пират, блядь. А чё у Геральта жопа такая маленькая? Ну это вообще пиздец, чисто Ален Делон, нахуй. Тэпаться туда-сюда, к этому варенику, потом к этой бронице, во вроницах, нахуй, вообще. Кар. А где шейх-то, блядь? А чё, только два арбалета существует? Так, как называется второй левел, чат? Так, смотрим, чё изменилось. Какие-то кожаные накладочки на плечах появились. А, штаны надо? Так, давай штаны. О, точно, есть же фоторежим, ебать. Ну ладно, тут кожаные накладочки добавили, какой-то подсумочек. Ага, кожаные коленечки такие. Жопа все еще не защищена. Вдоль ляжки, ебать, какой-то кожаный нашив. Ну это уже прям... Ну это уже депутатский чисто сет. Еще под наплечниками, еще кольчуга, блядь. Брюхо чудовище, ебать. Шкура драконида, ебать, сейчас бабки полетят. Задери майку, Ламыч, брюхо, чудовище там. Физики есть в чате? Как обогатить двимерит? Руда обогащен двимерита. Ищем. Блять, нету оба... Не зря я скеллиги лутал. Чтобы вы понимали, да, для тех, кто не в курсе. Для тех, кто не в курсе, нахуй, тут на скеллиге примерно вот такая ситуация по вопросикам. Вот примерно вот такая вот ситуация. Сука, и все равно нахуй еще надо. Короче, оформанем куралийского ебала. И все, я спать нахуй. О, здорово, блядь. Система ПВО активируется. Хоба! И продлеваем удовольствие. Блядь. Продлеваем удовольствие, говорю. Желудок был. Был желудок. Желудок конфермит. Бля, жаль, желудок не выпал. Пиздец, конечно, анлаки. Чат, как приманку на куралиска закрафтить? Гайд нужен. Забегаю такой, нахуй, в замок.
МГР император наделал штаны и по съебам нахуй. Занятие достойно ведьмака. Ля-ля-ля, сори. Тари летает какой, блядь. Ой, блядь. Желудок конфермит. О, блядь, со второго раза нормально повезло. Блядь, поедь, пожалуйста. Везде на вопросиках, значит, обогащение происходит. Ой, блядь, в пизду, не, все, сейчас это сам нахуй. Ведьмак просто одна из тех игр, в которые можно вообще бесконечно играть, пока просто кишка не выпадет из жопы прямо нахуй. Это пиздец, что за игра нахуй. Вам нравится игра, Евгений? Игра полная хуета вообще. Сейчас будет больно, пиздец, но я ради вас это делаю. Ай, блядь, ой, сука, ой, блядь, ёбаный. Так, перчатки. Ай, блядь. Сапоги. Ай, блядь. Пиздец, все проебали. Все, ГГ нахуй. Выходим из игры. Ебать, оно стоит. А там еще штаны, сапоги нахуй надо. Еще один меч, ебать. Все, пиздец, я в тильте нахуй. Шоукейса не будет. Все, до свидания нахуй. Игра говнище. Пиздец, Гриндволл вообще непробиваемый. Подфармим, побегаем там, тудым-сюдым, немножко хрюкнем, немножко пукнем, ебать. Придануть какого-нибудь стримерка надо, да, чтобы интересно было. Возможно, завтра вообще весь день будет только Ведьмак, но это возможно. Сильно не охуевайте там. Все, чао-какао нахуй.